Миром принимаю. Вот что пошли. Я не спу на воскрес. Я тихо хочу поднимать. А тихо хочу. Я один здесь. И, кстати, с этим Геннадием пообщалась на эту тему относительно торговли в деревне. Он сказал, что это лютеровская позиция. Ладно, так, это потом, в конце обсудим. Да. Давайте помолимся. Христос воскресе, смерти смерть поправ, присущего на бедствие шагава. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Так. Ковал В, у вас какие-то звуки идут от вас нехорошие? Микрофончик отключить, пожалуйста. Итак, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Третье послание апостола Иоанна, глава 1. С 1 по 2 стихи. Палец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Поистине любит тот, кто любит по Господе. Апостол пишет это послание с целью воздать похвалу некоторым братьям. Пишет Гаю, о котором свидетельствует, что он принимает много странников, и зато воздает ему великую похвалу, ибо кто делает добро, тот говорит от Бога. Стих 11. Еще более поощряет его тем, что не одобряет Диотрефа, который не хочет так поступать. Хвалит Димитрия, который поступает так же, как Гай, и дает верное свидетельство о его добродетели. «Как преуспевает душа твоя, а преуспевает она в жизни по Евангелию». Вопрос такой, значит, надо нам тут вопрос рассмотреть жизнь по Евангелию. То есть, если Феофилакт Болгарский нам это дает как путеводитель для души, чтобы мы могли всегда быть настроены, любое Слово Божие, с помощью, конечно, толкований святых мужей, перевести на свою жизнь. Наша жизнь сегодня нас беспокоит больше всего. Вы видите, какие осложнения идут. Вроде как Господь дал нам затишье, как и евреям в свое время давал. Читаем вот по Библии, Он давал им затишье 20 лет, 40 лет. Давал самое большое 80 лет при Гедеоне затишье. А потом дальше опять насылал врагов Господь.
Почему? Потому что Муав, говорит, сидел на своих дрожжах, закис, заквасился, жизнь его была сладка, легка, такое спокойствие. И к Господу он не обращался, а нужно было обращаться к Господу. Точно так же евреи, точно так же и у нас страна. Должны были постоянно обращаться все к Господу. Храмы должны быть переполнены настоящими, верующими людьми, которые должны были вести занятия, передавать это другим. И радость должна быть в жизни во Христе, по Господу, как написано. Чего мы сейчас, конечно, не видим. Одно только, везде торговля, праздники только для того, чтобы собрать как можно больше денег. Везде эти мощи, везде иконы, которые кто-то находит непонятно. Нашли вот опять и прославили очередную икону, потому что она вот с нее капает мира. Ну как это посчитали православные у нас сегодняшние, что это мира, это чудо для того, чтобы люди стали верующими. Как оно попало в аналы веры, непонятно. Вот Христос там оставил Слово Свое, вот жизнь по Господу, в Слове Божьем, по Евангелию. Аминь. Продолжаем. Третий стих. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Толкование. В истине ходит тот, кто ходит по простоте евангельской. Под словом «ходить» нужно разуметь не передвижение стоп, ибо такое переступательное с места на место движение свойственно всякому животному, имеющему ноги, но стройное и целомудренное преспияние в душевных стремлениях, которого достигают немногие из тех, которые имеют разум. Вопросы есть. Ну тут тоже нам блаженный Феофилакт говорит о простоте евангельской и упор делается, да, именно. Ну, вопрос, какая евангельская простота? Ну хоть коротко рассказать, несколько предложений. В чем евангельская простота-то состоит? Ну, можно тогда я скажу? Да. Ну, скажем, опять Слово Божье же оно нам говорит о простоте евангельской. В чем евангельская простота заключается? Ну, представьте, нас Господь сделал бессмертными. Вот для того, чтобы человек стал богатым, этому предшествует очень много славных событий для человека. Убери руки, не мешай мне. Потише. Не мешай мне. Я как говорю, так говорю. Все, замолчи, Сережа. Да, я скажу, потом ты начнешь. Ведущий, говори потише, иначе все. Дай тебе слово, я его заберу. Все, я сам начинай говорить, как тебе надо, каким хочешь тоном. Ты меня уже замучил. Замучил, ступай. Да, все. Ну что, в ухо-то кричи. Ну, уйди подальше, значит, отойди. Че, я на вашу линию сидишь. 4-9 стихи. «Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас». Толкование. «Принимать» употреблено вместо «занимать», «захватывать». Этим апостол научает нас не выжидать прихода к нам нуждающихся, но самим бежать к ним навстречу и упрашивать их к себе, как поступали Авраам и Лот. Читаем в книге «Бытие» 18 и 19 главе. Откроем сейчас и прочитаем. «Бытие» 18.
Кто-то может что-то добавить, пока я ищу. 18-й. Второй, третий стих. Ну вот я нашел. Об Аврааме речь идет. Он возвел очи свои и взглянул. И вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». И 19 глава Бытие о Лоте. 1-2 стихи. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Вот. Ну, здесь как бы о гостеприимстве говорится Авраама и Лота. И вот блаженный Феофилакт Болгарский, простите, он ставит их нам в пример и, толкуя вот эти слова, принимать употреблено вместо занимать, захватывать. То есть, и еще раз прочту, этим апостол нас научает не выжидать прихода к нам нуждающихся, но самим бежать к ним навстречу. Ну, что мы, собственно говоря, каждое воскресенье делаем. И в ответ от православных слышим упреки, что православные так не делают, это только сектанты ходят, что вы нам навязываете, кому надо, сам придет. Но здесь мы видим, читая Священное Писание, толкование, что нужно самим бежать. И Христос говорит: идите и научите, идите, не сидите. Не вот это вот монашеское учение, что нужно закрыться, сидеть и ждать, пока к ним придут люди за советом или там, может быть, жертвы принесут какие-то. Не евангельский это путь, а путь евангельский — это как поступал Христос и апостолы. Они шли и прямо упрашивали, написано, их. И вот слово «принимать» употреблено вместо «занимать», «захватывать». Итак, мы должны принимать таковых. Должны принимать таковых. Сережа, я пошел, вот это, как, во сколько ему привезти? Ну, хоть во сколько, там еще. Ну, сядь, посиди, успокойся, что ты это сам. Потише говори просто, микрофон, ну, не хожу. Я нормально говорю, вот я так говорю. Ну, сейчас вот ты нормально говоришь. Я так и говорю. Ты, кстати, не тише меня вот говоришь там. Я не знаю, что ты затеял, это, зачем тебе это надо. Вопросы есть? Сейчас там еще укрытие, что психолог. 10 стих. Посему, если я и приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Толкование. Если запрещено воздавать злом за зло, читаем в послании Римлянам 12:7, то как объяснить настоящую угрозу апостола? Отвечаем. Заповедь говорит о невоздаяниях злом за зло тому, кто грешит против нас. А дальше подчеркнуто и выделено. А когда грех против нас причиняет вред и вере,
кто совершающего такой грех должно наказывать, как и Павел навел зло на Илиму, совращавшего с путей Господних. Читаю в книге Деяния, 13 главе, с 8 по 11 стихи. Сейчас помню это место. Так, давайте, кто желающий, Деяния. Деяния, 8 глава. Ой, Деяния, 13 глава. Читайте, кто нашел. С 8 по 11. Так, вот. А Илима Вовку, ибо это значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. И что же сделал Савл? Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с путей Господних? И ныне, вот, рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню. Вот. Ну а сегодняшний день как нам применить? Люди совращают с путей Господних. Читаешь, слушаешь проповеди в интернете священнослужителей. Ну, не по Евангелию говорят совершенно. Ведут не туда, отвращают людей от веры. Как можно поступать? Вот как? Апостол Павел ослеплять их, что ли? И видя вот это вот наказание, ослепление, через это видение наказания человек уверовал, написано. А сегодня как рассуждают? Не судите. Да не судимы будете, не трогайте, священники это вот у Бога избранный народ, с ними нужно обращаться с уважением. Ну, позвольте, если они ведут по Евангелию, тогда да, но если они отвращают от веры, тут уж ну как. Сегодня у меня случай был. Я в такси работаю, и женщина, преподаватель университета, села и я включил Евангелие, и там как раз Игнатий Тихонович читает отрывок, когда Иисус Христос называет апостола Петра сатаной. И она выслушала, мы доехали уже, говорит, ну, говорит, неплохо, говорит, Виктор читает в целом, но вот это вот место он перегибает. Игнать Тихонович так с выражением, так громко говорит: «Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое». Здесь, говорит, он зря говорит так. Говорит, Иисус Христос, говорит, же не думал, что он сатана. Нужно было сказать: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». И такое вот она замечание делает интересное, вот, хотелось бы поделиться тоже. Ну, думаю, вы, наверное, преподавателем здесь работаете, да? Вам, конечно, виднее, наверное, в этом плане. Я так не сказал, подумал просто. Вот. Ну, вот брату сейчас тоже замечание сделал, что громко, ну, это с душой, ну, в ухо режет. Прости, брат, потому лучше отсесть, конечно, было кротко. Все, вместо того, чтобы замечание делать. Садись рядом, скажи слово. Бог простит, меня простите. Какое слово-то сказать? Ну, вот... А Илиме волкве? Да, вот, вот на наказание вот этих людей, которые отводят от веры. Нам молчать нужно или же все-таки как-то обращать внимание? И мы вот, видите, тут вот... Нас часто упрекают в том, что мы поносим церковь. Хотя на самом деле мы обличаем тех, которые поносят церковь, поносят веру православную. Те же вот священники. Был такой случай в Библии, когда священники, и там патриарх участвовал, кстати, и вот они показали вот именно вот
по этому нашему вопросу, как нужно себя было вести. Вот у Ильи, был Илья пророк, а это Ильи, Ильи был такой. Он как патриарх был, он был первосвященником в храме Скинии. И вот там у него служили два сына, и они такие дела делали мерзкие, они были священниками, конечно. Они вместо того, чтобы народ учить, дошли до того, что начали с женщинами спать, которые приходили в храм, приносили приношения, ну и молились, конечно. Как там это все происходило, непонятно, но вот такие страшные дела творились. И делали это именно его сыновья. И он знал это. Ну и как бы он их так, не то что порицал, а как бы говорил, что нельзя это, дети мои, так поступать. И в конечном итоге получилось, что и они погибли вместе, ковчег пропал у этих, попал в плен. И он сам умер от таких переживаний. Ну, там много там еще сопутствующих, все это. И все это потому, говорит толкование Златоуста, что нужно было их наказывать, брать, бить и изгонять нужно было. Но этого не было сделано Илием. И поэтому Господь его также он подвергнется наказанию, как и его сыновья, потому что должно быть воспитание. И сегодня мы видим патриарх добрый, мягкий, что-то там такое говорит. Да и до этого был тоже не очень злобный, это можно сказать так. И даже в журнале Московской патриархии за 93-94 год, там первые, четвертые номера, он говорит, что вот каких разбойников церковь напринимали, что даже не крестят троекратным погружением. А толку-то какого? Это 94-й год, 93-й, не крестили. А сейчас не просто не крестят. Попробуйте пойти и сказать об истинном крещении троекратном, когда священник должен раздетого человека, ладно там догола не будем говорить, ну хотя бы в крестильной рубашке, хоть по традиции, хоть погрузил бы, да перед этим бы еще рассказал о вере во Христа. Этого нигде практически мы не видим. А если и есть, то, скорее всего, за деньги. А если не за деньги, то значит мы этих людей знаем. Потому что на пальцах можно пересчитать бескорыстных, настоящих верующих священников. И настоящего патриарха или епископа, митрополита найти вообще очень сложно. Вот и вот этот случай библейский показывает нам, как все страдают от того, что... А Господь все назначил, все передал. По семейственности, все родословное. Как уважать можно было таких? А вот Господь сам все завершил. И эта революция к этому привела, когда архиереев распинали на царских вратах, закапывали живьем в землю. Почему? Потому что это наказание от Господа. И сейчас это не за горами. Я вот говорил, что Господь евреям давал покаяние. От 20 до 80 лет. Посчитайте, сколько сейчас 91 года прошло по 2016. 25 лет у нас прошло. Еще 15 лет есть, может быть. 40 лет даст Господь, не даст, непонятно. Еще покуражимся, еще будем менять тут формы для войск. Еще в какой-нибудь стране поможем. А что дальше потом будет с нашей страной, с нами? Бессмертные полки, потом наши фотографии кто-то будет идти поднимать, что ли. Какие мы молодцы, тоже кого-то победили, а себе ума не дали. Есть такое стихотворение: бой, война объявлена везде, пьянству бой и тунеядству бой. Всех готовы высмеять, раздеть, лишь бы не смотреть нам за собой. Раньше все буржуи, пережитки, кулаки, попы, повсюду контра, всех убили, а свои ошибки не нашли. Не посекли под корень. Вот чем надо заниматься. Это стихотворение Игнатия Игнатьевича Лапкина. Еще в каких-то 80-х годов. Вот эти переживания от церкви привели к тому, что родилось вот такое прекрасное песнопение. Оно еще есть. Кто желает услышать, наберите «Бой, война объявлена везде». Там Виктор Савченко споет вам. Ну, приблизительно вот так. Я мог еще рассказать что-то. Про славу Христу. Так, вопросы есть по, может быть, возражения или недопонимания. Вот. Вот был такой вот у них
который изгонял из церкви. Вот я еще на это вот хотел бы обратить внимание. У нас случай, сестру нашу верующую изгнали, она была в нашей общине, она сейчас осталась, она переехала из Барнаула в село Клочки. Ее изгнали из церкви за то, что она вот знается с Лапкинами, и она всю зиму в валенках простояла возле храма. Каждое воскресенье приходила и молилась в мороз, в жару, в снег, в зной, в дождь, в град. Приходила, и никого даже сердце не трогало, и ну, даже по-человечески, ну зайди, холодно, погрейся, нет. И что они вину ставят, зная со Лапкинцами, отрекись от Лапкина. Но она говорит, ну как я могу отречься от духовного отца, покайся в том, что ты с ними знаешься. Вот. Просто знается на общине состоянии. Ну, да. И другая сестра, вот Ольга сегодня с нами присутствует, решила за нее заступиться, батюшка нам рассказывал. Вот. Ну как вот с такими поступать-то, что тут написано, надо принимать, а он желающих изгонял из церкви. Запрещает желающим. А сестра наша желающая, а ей запрещают в храм заходить. И как с ними обращаться? И вот духом святым Павел подошел, говорит, и прям читаю в книге Деяния. «Доколе будешь совращать с путей Господних?» Он не так мягко, конечно, сказал, прям грозно. «Доколе будешь совращать с путей Господних?» О какой крутости и мягкости в тот момент идет речь, когда душа болит, переживает за веру. Как вот и слово, за веру царя и отечества у нас было в одно время. Да, брат. Ну, я бы хотел сказать, что вот вопрос поставленный, конечно, брат иногда вопросы ставит, такие категорические, но они должны все равно когда-то быть поставлены. И вопрос-то действительно очень тяжелый. Потому что ну, сплошь и рядом мы видим нарушения даже канонов. Но дело все в том, что о чем идет речь здесь. Тут идет речь о язычниках вообще-то. И язычники, они могли говорить все, что хотели на Христа, на Слово Божие, на Библию, на евреев. Ну тогда евреи были носителями Слова Божьего. Поэтому, конечно, этот Елима, он заслужил все. А сейчас, как бы мы говорим-то о наших братьях, причем духовных отцах, мы их отцами даже называем. Ну, по большому счету, отцами. Так-то, конечно, они нам тоже братья во Христе должны быть, которые должны трудиться на ниве вот для того, чтобы по Господу жить, как написано вот здесь в толковании. По Господу. Что значит по Господу? Вот как Господь прошел по этой жизни, так и они должны идти. Мы должны вот любого священника не слухи про него ловить, что он вот там с кем-то в бане парился, там водку пил, там, когда выпрашивал деньги на строительство храма, а должны слышать слухи, что вот, знаете, он в этот, около магазина стоял и так громко говорил что-то там о Боге каком-то, о вечной жизни. Ему там пальцем крутили и говорили, ты дурак какой-то, да какие там вечные жизни. А он все равно свое настаивал. Приходите в храм, вот тут рядом занятия будут, будем изучать Слово Божие. Мы же этого нигде не видим. Вот решили мы с братом Сергием, ну, нас тут все эти, Ильинда там, ему подобные, все, зазирали наши проповеди. Когда мы ходили, раздавали Евангелие, там, беседовали с людьми тихим, кротким голосом. Можете посмотреть, у нас есть видеоматериалы, вы увидите, что... Допустим, я разговариваю совершенно спокойно, рога у меня не вырастают при этом, и зубы тоже, и глаза не красные. Ну, нормальный такой человек. Похожу, даю людям Евангелие, что-то рассказываю, даже могу улыбнуться там или что. И люди доброжелательные ко мне. Тут мы решили, сказали нам, что это неправильно, нужно говорить громко, во всеуслышание, так, чтобы люди понимали по Слову Божьему. Пошли мы на этот эксперимент, взяли Слово Божье, читали громко людям, чтобы они понимали, потому что людей много было там, где-то несколько десятков,
людей, там длинные очереди стояли на автобусную остановку. И в одном месте, в другом, в третьем там. И вот это все людям передавали информацию библейскую, прямо вот языком библейским, читая там. Ну, мы взяли как эксперимент то, что читается на Пасху. 1 Иоанн, 1 глава Евангелия от Иоанна, с 1 по 17 стих. Очень сильные слова, конечно, которые нас очень сильно обличают, всех людей. Ну и, конечно, все эти обличения пали на голову этих бедных людей. Громко, все как надо. И потом вот это все около храма происходило. И теперь уже эти православные, которые слышали в храме проповедь, думают, что, конечно, это церковь ругали, стояли на остановке специально громко. Хотя разговор был, конечно же, о вере во Христа, чтобы нам как-то взять Слово Божье все-таки всем людям, обратиться к Слову Божьему и идти по Господу, жить так, как Господь повелел. Чтобы на каждого мы могли брата сказать, показать и сказать, вот этот брат вот сделал так-то, вот так-то поступил по Евангелию, а этот то-то сделал. Давайте, братья, поддержим его. Давайте поможем. Давайте, если не можем помочь, пойти куда-то. Давайте материально поможем. Евангелие еще достанем, где-то возьмем. И так далее. То есть все, церковь должна жить. Все должны ходить по Господу. А не вот это вот что. Ах, хороший священник, нехороший. Сколько раз он там мощей привез, сколько он там икон, сколько крестных ходов. Да Господь нигде не ходил никакими крестными ходами, никакими мощами не занимался, некогда ему это было делать. Он строил евангельскую жизнь свою. И так строил ее, чтобы каждому было легко и доступно. Вот перед этим как раз я хотел об этом сказать, о простоте евангельской. Простота евангельская в этом заключается, что он ходил ногами своими, вот руками ел там или что там он, хватательные движения делал. Глаза возводил, написано, и возвел глаза, и этим он учил, как нужно молиться правильно. На гору зашел, говорил людям так, что он громко говорил, он не тихо говорил, это понятно, потому что было 5000, это только мужей одних, а сколько женщин еще и детей, а Господь до каждого хотел донести волю Божью, а воля его отца и Иеговы была одна, чтобы все спаслись и в разум истины пришли, и пришел к своим. Своим и своим говорил, и свои его не приняли, написано. Вот самое страшное это, и свои, если не приняли, то мы-то кто? Мы вообще веточка привитая к лозе веры еврейской привиты мы. Привиты! Мы в любой момент можем отпасть, отсохнуть. Смотрите, сколько ягод в этих яблонь, кустов в этом году плодоносных засохло. От морозов, там, от личинок и так далее. А мы чем держимся? Верой только, верою в Слово Божие, вхождению по Господу, за Ним. И мы не просто должны посмотреть на священников, уважать их и так далее. Мы должны показывать им, направлять их жизнь. Почему? Да потому что народ в конечном итоге выбирает себе священника. Везде это написано. И диаконов вообще народ выбирает. А священников, ну естественно, не просто, конечно, там не говорится, что голосованием. Но однако... Никто просто так не пропустил бы человека, который не нравится. У нас же сейчас как будто выбирают самых никчемных людей, которые вот не хотят идти руками работать. Они теперь пойдут, лишь бы кадила в руках ходила. И главное ни слова не сказать ничего. А тот, который священник любит говорить, заметьте, он или непонятно говорит, или тихо говорит, или шепелявит, или картавит, или еще что-нибудь. Как специально все сделано. А тот, который хорошо громко говорит, ну такую галиматью может нести. Или не по Библии, или не по Господу. И я вас призываю, если вы этого не замечаете, начните сегодня на карандаш брать замечания всех ваших священников, знакомых. Как они ходят по Господу. Разговаривайте с ними, наблюдайте за ними и так далее. И начинайте или обличать их, или благодарить их. Но не будьте равнодушными. Вы в церкви находитесь. Вы по Господу должны ходить. А Господь всех обличал. Написано, апостол Павел говорит Тимофею, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай, делай, что хочешь, чтобы кипело вокруг все. Вот когда идет жизнь интересная, когда кипит все, там, 30-е годы, перестройка, индустриализация, энтузиазм всеобщий, вот такой подъем. Но это все искусственно, это все для того, чтобы эта платяжка тленная наша еще немножко пробыла здесь с сатаной.
а также церковь должна всегда быть живой, вот великолепной, прекрасной жизнью цвести, вот благоухание прекрасное для Господа, а у нас смрад один стоит. Сергей, можно сказать? Можно. У меня как раз такой случай был, посчастливилось по воле Божией проповедовать Слово Божие и раздавать Евангелие. Вот. И когда я начал раздавать Евангелие и проповедовать Слово Божие, мне сказали, что я это слишком фанатично делаю, слишком громко Слово Божие говорю. Ты, говорит, делай это потише, поближе, говорит, к людям. Я говорю, так Слово Божие не говорит об этом, что ухо ласкать. Я говорю, ну, все для обличения, для наставления. Нет, ты, говорит, неправильно делаешь. Делай, говорит, чуть-чуть по-другому. Ну, ласково. Добрый день. Чтобы ухо ласкало. Я говорю, я не могу так сказать. Ты, говорит, если так будешь говорить, я тебе, говорит, отстраню, говорит, от этого дела. А я там был, это, в храме, это на Пасху было. И у меня вот возможность была такая, что... Дали мне такое место маленькое. И я один, потому что был. Братьев во Христе еще пока не нашел. И где-то через минут 10 все-таки не выдержали моего слова, моей проповеди. Мне сказали, иди, да, передохни и не делай лучше этого. А кто-то, говорит, всех, говорит, отталкиваешь от веры. Я говорю, да как от веры? Я говорю, им Слово Божие даю. Они говорят, нет, лучше, говорит, она, пусть они заходят там без одежды, без платков, в штанах. Но лучше, говорит, пусть они приходят в храм и неправильно крестятся, не зная Слова Божьего, но чтобы они приходили в храм. Я говорю, так это вера-то в этом не заключается. Нам, говорит, это не важно. Лучше, говорит, посиди. И вот на этом закончилась моя проповедь. А кто тебе сказал, что нам это не важно? Кто они были такие? Ну, братья и сестры во Христе. Там очень много ко мне подходило, как бы многие так говорят, что ты слишком громко говоришь, ты слишком фанатично говоришь. Я говорю, так я не умею по-другому говорить. А где ты говорил-то? В каком месте? В храме, и вот храм как бы делится на три части, и вот получается слева-справа там такие запяточки есть, как у храма называется. Но не во время богослужения же? После... Нет, богослужения не было еще. Вот. Ну, Андрей, ну вот что тебе сказать? У нас сразу, видишь, Игнатий Тихонович был, который проповедовал, и он нам кое-какие моменты рассказал, как проповедовать, ну, правильно уже до конца, чтобы у тебя совесть не обличала, тебя лично, не кого-то там. Главное, твоя совесть будет, все. Это нужно проповедовать не в храме. Храм, он, вот, православный, он не делится ни на какие там... деление, ни на три части, ни на сколько. В этих храмах нельзя говорить мирянам. И чтецы, там, диаконы, священники, они говорят, ну, в те времена, когда нужно говорить. Ну, по идее, как бы это все так устроено. Им дана возможность там говорить или читать проповеди и так далее. Там, вот. А миряне могут говорить за пределами храма. Мы нам больше пошли даже. Мы не говорим даже в пределах церковной ограды. Для чего? Чтобы не было препятствия в молитвах. Чтобы не было препятствия в проповеди. Чтобы никто не подошел и не начал тебе говорить, и вдруг тебя совесть обличила бы, и ты бы подумал, а действительно, Господь же сам здесь присутствует. То есть поэтому в храме, если воздержишься, это будет хорошо, не говорить. А вот за пределами храма, собирай народ как можно больше и кричи как можно громче. Только когда ты начинаешь кричать, у тебя слова начинают растягиваться, могут слюни брызгать и так далее. Поэтому тоже чересчур-то не задирай глотку. Найди такой тон, который будет ясен для людей. И говори ясно, ясно слова Божии. Можешь прям зачитывать их. Можешь себе составить прям какой-то каталог или прям какой-то шаблон на эту проповедь. Можешь каждый день, каждый раз менять проповеди. Можешь одну откатать проповедь, но это она должна быть о Христе по Евангелию. Она должна нести только правду.
Ну, не надо там резать все подряд, там, и священников, и так далее. Главное, людям говорить, что они не знают Христа, не знают Слова Божьего. А то, что, как ты говоришь, там, громко и так далее, это мы все переживаем постоянно. Уже мы говорим об этом, я не знаю сколько. И постоянно, как не зацепят нас, все время о громкости разговор идет. И вот у нас сегодня тоже с этого началось, как специально, как будто бы Господь решил показать это на примере. А почему? Ну потому что Слово Божие нам вот говорит, громко говорил. Вот враг всякой правды, доколе будешь совращать с прямых путей Господних. Да чтоб ты ослеп. Как часто охота сказать, да чтоб вы там все передохли. Но мы как христиане сдерживаемся. Апостол Павел показал пример. Он взял, сказал, да чтоб ты ослеп за это все. То есть уже практически мы стоим на той черте, когда мы начнем проповедовать, и под горячую руку попадется такой елима, священник или дьякон, или кто там, мирянин, чересчур ревностный, и скажешь ему, да чтоб ты ослеп, как елима. И глядишь, и будет шарить руками туда и сюда. Правда, хватит веры потом обратно его вернуть или нет? Мы все-таки не апостол Павел. Ну помоги Бог в трудах этих. Мы тоже будем тебе, братья во Христе, трудись. И Христос. Слава Христу. 11 стих. 3 послание Иоанна, 1 глава. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога. А делающий зло не видел Бога. Толкование. Так как нет ничего общего у света с тьмой, никакого согласия между Христом и Велиаром. Читаем это во втором послании к Коринфянам, 6 главе 14-15 стихи. То просвещенный познанием Христа не должен через подражание нечестивым сливаться с тьмой, то есть с гнусными делами их. Ибо как тот, кто делает добро от Бога и усовершил мысленное око свое светом познания его, почему весь стал светом, видит истинный свет Бога, и бывает для других светилом в мире, содержащим слово жизни, Филиппийцам 2:16, так и тот, кто делает злое, ходя во тьме, ни сам не может видеть Бога, то есть делать угодное Богу, ни для других быть руководителем, но ненавистен и отвратителен для всех. Ну что здесь можно добавить? Ну, можно кое-что добавить. Вот ненавистен и отвратителен для всех. Если по большому счету вот взять сейчас вот как раз Андреев рассказ, то это все наоборот. Как раз он оказался ненавистным и отвратительным для всех, хоть и говорил Слово Божие. А другие все, и даже верующие, а были бы неверующие, там его бы сразу там заткнули. Сразу сказали, а ну-ка заткнись, там худосочный, там очкарик, там еще что-нибудь придумали. Ну что там, заметили, или там козлиная борода. Ну они знают, что сказать, чтобы смутить человека, чтобы его сбить с истинного пути Божьего. Поэтому сейчас все перевернулось, все стало белое черным, а черное белым. Поэтому вот в те времена, когда апостол Павел пишет это, мы видим, что он говорит и как о царях говорит, для чего цари поставлены и так далее. Ну вот пришли большевики, и начальствующие поставлены были для другого, чтобы следить за теми, кто верит в Бога, и убивать их. Вот тебе здравствуйте. Вообще не по Евангелию получилось все, не по Новому Завету. И что нам делать теперь? И сейчас то же самое. Люди, которые ходят в церковь, они первые будут бросать тебе камни за то, что ты знаешь Слово Божие. О, еще какой выискался. У Евангелия. Мы тебе сейчас покажем у Евангелия. Пошел отсюда. Меня лично выталкивали из храма неоднократно, кстати. Это в поселке Толгу было. Священник наускивал бабушек всех, с которыми мы Словом Божьим занимались. Вот так вот. И они меня хорошо знали. Не один год. И они меня толкают и говорят,
Игорек, ну ты хоть подчинись ему, ты это, не упорствуй. Давай мы тебя повытолкаем потихоньку, и все. А то батюшка на нас, видишь, кричит, что мы тебя не толкаем. Они долго примирялись-то. Я уж говорю, ну, сестры, ну как же, вы же меня хорошо знаете. А батюшка же сказал вытолкать тебя, вот мы толкаем. Вот точно так же Ян Гус на кресте, на костре, когда был, бабушка одна мимо проходит, ее спрашивает, ты куда? Она хворост на спине несет. Как куда? Хворост-то подкинуть, огонь уж не очень жаркий. Еретик-то плохо горит. Бабушка верующая была, ее жалко было. Видать, со слезами все дело. Последний хворост отдала для обогрева, который копила. Но еретиков-то жечь надо. И так и сейчас у нас все поступаем. Но это исповедание Господня будет, веры в Господа. Терпеть нужно все. И претерпевший, говорит, до конца спасется. А почему и последние станут первыми сказанными? А кто последний? Толкование говорит, и последний, который будет при Антихристе, им будет хуже, чем первым. И мы видим это сейчас. Предатель на предателе. Вон, взять дневник Николая II. Предали общей массой. Сказали, да ты отрекись от престола, все. Вот будет там у тебя этот цесаревич, и у нас императором. Все, мы прям как горой все встанем и пойдем. И он пошел на это. Ну, на этот обманули. Все, никто никуда не пошел. Все отдали на произвол масонам, злобе и сатане. И так идет до сих пор. Люди не знают истины, не идут за Христом, не живут по Господу. И отсюда все происходит. Видите, какие жаркие дебаты даже у нас здесь происходят иной раз. Не то, что говорить там в миру. Помоги Господи терпеть все. Кто-нибудь желает добавить еще на тему? На техничку. Ну, последний стих сейчас тогда дочитаем, и как раз у нас полчаса останется, и поговорим. Третье послание Иоанна, 1 глава, с 12 по 15 стихи. А Димитрий засвидетельствовано всеми и самою истиною. Свидетельствуем также и мы. И вы знаете, что свидетельство наше истина. Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствуют тебя друзья, приветствую друзей поименно. Аминь. Толкование. Всеми, то есть имеющими истину и самой истиной, то есть на словах и на деле. Ибо хотя добродетели иных и свидетельствуют, но свидетельство оказывается ложным, потому что словам не соответствует действительность. Если же кто под всеми по обширности значения слова «весь» будет разуметь верных и неверных, то и его понимание не несправедливо. Ибо апостол Павел заповедует всем верным: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией». Так как и я угождаю всем во всем. 1 Коринфянам, 10 глава, 32-33 стихи. Можно спускать? Да, можно. Ну вот это вот для нас очень легко угождать всем во всем. В чем смысл этот? В том, что мы не злобимся на людей. Вот в чем дело. Мы всегда примиримся, должны примириться с любым на нас нападением. Простить и кротко это все встретить, что на нас упало. И дальше начинать или беседовать, или общаться как-то там, или что. Ну, кто что может. Или просто проповедовать, или просто дать Евангелие, или вот у нас визитки есть, мы визитки даем. Ну, то есть всегда нужно выйти из этого
из этого всего, ну, этой истории верным Христу, добродушным, как говорит об этом апостол Павел, каким должен быть христианин? Учителем должен быть. Незлобивым. И всегда с кротостью говорить о Христе. Не даст ли Бог покаяния, говорит, в познании истины для тех, которых уже, на которых обуял сатана. То есть надо как можно больше читать Слово Божие и следовать за Словом Божьим. Так, пожалуйста, сейчас прошу у нас, задавайте вопросы. Кого есть? У меня есть вопрос, можно, да? Конечно, да, Райхан, пожалуйста. Вот, Сергей, как ты предсказывал, что на меня будут нападки в церкви, так и есть, уже поехала. Когда-то в первое время я когда-то начала ходить, обличила торговку-то в храме. Она затаилась. А тут на тайной вечере я пришла с бутылкой за водой, да как она на меня напустилась. Нельзя часто воду, ты сейчас ее будешь пить просто так, да? Я говорю, да что вы на меня напустились, я говорю, еще не знаю ничего. Ну, не нальем, и бутылка у тебя мутная, и то все. Ладно, я отошла, смирение проявила. Но зато всю неделю потом я не могла ходить. А потом в субботу я пошла на вечернюю. И думаю, что же, вот оказывается, что я не могла ходить, у меня обида скопилась. Ну и в общем, я зашла, тоже я с ней не поздоровалась, а это... Бутылку чисто вытаскиваю, пошла к ведру, она: только я имею право наливать. И еще благословение надо получить. Я говорю, а как же вы мне зимой сказали наливай, я сама наливала. А сейчас не разрешаю. Я говорю, хорошо, я пойду. В общем, он удивился, когда я в конце службы подошла к нему, я говорю, вот так и так, батюшка, эта женщина мне не разрешает, сказала, только она имеет право наливать. Он говорит, да? А бутылка, говорит, есть? Я говорю, есть. Он говорит, благословляю, иди набирай. Вот. Теперь как мне вести-то с ней? Мы с ней, конечно, это, повздорили там, я говорю. Ты, говорю, грешная, говорю, сама-то, говорю, здесь нельзя, говорю, торговать. А она говорит, это не моя лавка. А я, говорю, с батюшкой тоже говорила об этом, говорю. Я ему тоже попеняла, говорю, на лавку. По-твоему, не будет? Вот как мне сейчас вести-то себя там? Это к кому вопрос-то? Ко всем, наверное. А может такое быть, что вот у вас там занятия могут быть вот по изучению Слова Божьего? Ну, по воскресеньям, говорят, после службы назначено, но никто, говорит, не бывает там. Вот вам бы с ней поговорить, чтобы она вместе с вами пришла бы на занятия, вместе побеседовали, там вот побыли вместе. Видите, как вот у нас здесь... Потом вопросы, люди друг друга узнают лучше. Человек узнает Слово Божие, и вера от слышания, слышание от Слова Божия. А вам, ну, ни в коем случае нельзя обижаться на нее. А как вести себя? Ну, Господь подскажет, как. Вы же не дрались с ней, ничего. А из-за воды? Ну, не набирайте больше воды. Вам этой воды должно на 10 лет хватить. Вы капайте. Муж знал и вылил ее. Ему нужна была бутылка, вот, пожалуйста, пронесла домой. Он уже половину успел вылить, я успела выхватить. Ну вот, набираете полную бутылку воды, набирали, капнули туда капли, помолились Господу, поблагодарили Его за все, что Он сделал для нас, грешных и недостойных. И все, и вода у вас, вот она, вся вода святая у вас. Вы накапали себе 20 бутылок и пользуйтесь ими спокойно, пока там она не утихнет. А потом наберете. Я думаю, она утихнет. Из-за воды-то. Вы поговорите с ней по-евангельски. Не надо с ней ни ссориться, ни про воду говорить. Только не в храме разговаривайте. Вы же, наверное, в храме разговоры все эти... Да, в храме. Еще служба не началась. А разговора нету понятия. Служба началась, не началась. Везде присутствие Божье и всегдашнее. Господь, Он везде и всегда присутствует. Понимаете? Вы... Ну, как, знаете, Тихонович сказал, где, говорит, торговля есть, там Иисуса Христа нету. Да, для тех, кто не верует, а для нас-то есть. А. Поэтому мы не имеем права, там священник
будет служение идет, к Богу обращаться, а вы будете в этот момент выяснять отношения, что ли? Да ни в коем случае нельзя. Ну а после этого вы побыстрее выходите из храма, и там людей встречайте за пределами, и беседуйте с ними. Прям садите на скамейку бабушек, там дедушек, кто там есть, молодежь, доставайте Евангелие с толкованием блаженного Феофилакта и начинайте читать. Просвещение должно быть в первую очередь. Вы же знаете это, как никто другой. Ваша народность не имела же письменности, пока русские не пришли. А теперь вон какая умная нация. Назарбаев он приезжал. Да, меня бабушка и так уж. Да кто ты такая? Ну уже не просто кто такая. Как говорится, а вы скажите, кто был ничем, тот стал тут всем. Это большевики придумали лозунг. Ну неплохой. Мы должны стремиться к этому, стать всем. Плох тот, говорит, солдат, который не хочет стать генералом. Плох тот христианин, который не хочет стать сыном Божьим. Он тогда никто просто, этот христианин. Поэтому мы же должны быть сынами Божьими. Не просто какими-то там людьми, которые хорошо читают. Или видят далеко. Или терпят боль какую-то. Нет, мы должны совокупность иметь. Все успела сказать, конечно, и что они свечки не до конца догоревшие скидывают, и снуют туда-сюда, и разговаривают, и деньгами гремят. Я и все высказала, конечно, тоже. Вот у нас этого вообще ничего нет. Все у нас, представьте, вот у нас зашли, и за 7 минут до начала служения все уже стоят. Заходит у нас чтец и говорит: «Встанем все для молитвы или на молитву». И все встают, и все молчат. Так что даже муха пролетает, или у кого-то в животе там заурчит, такое впечатление, как будто вулкан. Вот такая тишина у нас бывает. Всегда. И никто никуда уже не двигается. Свечи уже, если какие надо, горят. У нас один человек зажигает эти свечи. Батюшка вынес свечи, все, откуда они взялись? Они у нас как материализуются. Мы знаем откуда. Вот миссионер кто? Это который ездит по странам и проповедует, так? Миссионер? Да. Ну, от слова мессия, миссионер. Вот мессия это Христос. Ну, не знаю, батюшка сказал, что она здесь ну, и продавец, и еще и миссионерскую работу выполняет. Ну, да, миссионерскую она... Она ездит везде и сатану на своих крыльях тащит, черных. Так она не ездит, торгует, вот что. Ну, о чем и ездит, понятно. Торговлю назвали миссионерским. Да, да. Миссионерство, это кажется им, что они распространяют Слово Божье именно вот таким путем. И колокол тоже у них миссионер. У них кого только нет миссионеров, но никто ничего не понимает. Я же сказал здесь, что если священник начинает говорить проповедь, он или тихо говорит, или картавит, или шепеляет. Или быстро-быстро говорит, что ничего не понятно. Ну, я говорю, он говорит так, что непонятно. А желание у него огромное говорить. Но как будто кто-то не дает этого. И никто ничего не понимает, опять же. Главное – понимание. Почему апостол Павел говорит, лучше хочу сказать, сколько там, 5 слов понятных, нежели тьму непонятно на непонятном языке. 5 понятных против тьмы непонятных. Вы понимаете, что это такое? Так, еще вопросы у кого? Пожалуйста. Я хотела сказать, что да, это, конечно, никакая не миссия торговля. Вот у меня мама тоже, она там в этом соборе, в церкви торгует, но я говорила, но она все равно не слушает меня. И я помню, когда еще в училище училась, в церкви еще не была, и как она мне благовествовала, экзамены сдавал, он говорит, ну ты иди хотя бы свечку поставь. И в этом все благовестие. А где Христос? Поэтому я с тех пор даже свечки никогда не ставлю, я не люблю эти свечи. И, кстати, насчет торговли, когда наши сестры поехали торговать, и все это назвали благовестием, в деревне там выложили иконы, свечи, молитва слова. Вот, сказали, что отец Геннадий благословил. Я у него спросила, как мне Сергей Губков посоветовал. Говорю, отец Геннадий, правда, что вы торговлю благословили, торговлю благовестием назвали? Ну, в общем, да, он благословлял, и он не против такой торговли, и сказал, что даже он так
прихода, что, что так приходы он устраивал, какие-то молебны совершал в деревнях, там торговали, и потом создавались приходы. Ну, потом сказал, что там у меня лютеровская позиция, но мне больше нечего сказать. Ну, я думаю, все-таки отец Геннадий понимает, что это никакое не благовестие, потому что если в сердце человека, если Христос не начертан, но потянут скрижали к сердцу, то к чему эти все свечи, иконы? Люди еще больше укоренятся в этом недоверии, погрязнут в нем, и Христа никогда не увидят. А надо, чтобы благоухание Христово распространялось нами во всяком месте. Ну, я не знаю. Не знаю, почему отец Геннадий благословляет, но на библейские беседы я, конечно, к нему буду ходить. У меня очень хорошая беседа, но здесь я, конечно, его не поняла. Зачем эту торговлю устраивать? К чему? Ну, вот я хотел сказать тебе, что, ну, в принципе, торговля в храме, она не приветствуется. А ведь люди должны где-то получать литературу. Ну как не получать ее из рук самой церкви? Нет, ну... Поэтому, в принципе, то, что где-то они куда-то поехали и выставили там книги, и торгуют ими, ну торгуют. Желательно бы, конечно, еще Евангелие раздавать бесплатно, тогда бы был полный набор. А к Евангелию, конечно, нужно там и добротолюбие можно взять, и там и жития святых, там, и так далее. То есть есть книги, которые нужно читать, это однозначно. На понятном, конечно, языке, чтобы хорошо были напечатаны. Ну и, конечно, дороговизна, опять же, если не очень дорогие для народа, как раньше были книги Евангелия Ноши. Ходили и за копейки там продавали Евангелие и какую-то духовную литературу. Это было все. И было в православии, кстати. Достоевского, если читаете, у него везде книга Ноши, там эти Евангелия Ноши и так далее. Поэтому, в принципе, ну, продавать это... Ну, у нас же, как всегда, все... Начали за здравие, кончили за упокой, и из грязи сразу в князи надо. Если уж продавать книгу одну, то так, чтобы сразу оправдать всю поездку, там 1000 рублей выставить или еще где-нибудь в селе в этом. Самое главное то, что, ну, дальше, что теперь к этой торговле, вот как вот у нас происходит в деревне проповедь. У нас мы съезжаемся в одно место, узнаем эту деревню, как там все расположено, и потом разъезжаемся с разных концов и идем к центру все, по разным улицам. Ну сколько нас там, человек 20 может было иной раз, ну поменьше, когда. И все, и мы охватываем все дома, ко всем заходим, у нас Евангелие с собой. И всех собираем в одно место людей на определенное время, чтобы люди, даем им визитки, чтобы люди пришли и послушали Слово Божье. Сами мы затрачиваем не больше 3 минут, когда приглашаем. Ну, кто-то бывает прям сильно расспрашивает, кто-то там больные, ну, задерживаемся приблизительно, мы там кто-то 10 минут бывает. Ну и в среднем выходит где-то 3 минуты, а где-то быстрее, кто-то нас выпроваживает вообще. Где-то собаки там лают, там, воткните там где-то, воткнули, пошли дальше. И так вот так вот, и проходим, все. И потом начинается благовестие уже людям, те, кто соберутся, им уже рассказывают о Христе, дарят уже Новые Заветы, может, Библию даже и так далее. То есть происходит вот такое. И люди уже слушают, сколько там соберется. Концерт дети дают, вот такое бывает. Бывает без концерта. То есть вот это благовестие до конца. Ну, а если бы там кто-то что-то еще продавал, торговал, ну, просто у нас бы это никак не прошло. Люди и так тяжело живут, мы это знаем. А тут бы мы им еще... За место Слова Божьего в простоте. Еще бы подошли и начали что-то там, какие-то иконы и так далее. Это все церкви, в каждой церкви везде есть. Просто лишним мы не занимаемся. Мы занимаемся тем, чего не хватает к этому набору. Тем более в храме Божьем вообще ничего нельзя торговать. Никак и нигде и никогда. Во веки веков. Аминь. Ну хорошо, я согласна, что ладно, пусть продают какие-то просветительские книги, Евангелие, да, помню, там продавали. Но зачем, ну ладно, хорошо, тогда не надо этими свечами торговать, это все убрать, иконы, свечи, зачем-то туда еще браслеты приплели с иконами. И потом люди восприняли их какой-то фетиш, начали раскупать их, даже, ну...
апостол Петр, я уже не говорю о нем, что он говорит, да будет украшение ваше не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек, не в пенной красоте, кроткого молчаливого духа. Ну и здесь уже не только это. В общем, браслеты, эти молитва слова, записки, свечи. Это все тогда надо убрать. А я видела, как торговала эта сестра, она встала там и начала зазывать всех людей, говорит, вот покупайте икона, эта икона там помогает в родах Божьей Матери, эта икона Божьей Матери там дом защищает, эта икона Божьей Матери еще что-то другое делает. Но это еще наоборот больше заслоняет Христа и путает людей. Получается какое-то язычество. Я думаю, что просто уже, ну, отец Геннадий давно не проповедовал, уже забыл, что это такое просто. А может, никогда и не участвовал в этом, мы откуда сейчас знаем. Хотя, я ему все рассказала. Должен был участвовать в проповеди настоящей, в благовестии. Ну, будем считать, что не получилось у него истинно благовествовать. Если бы я был тоже где-то рядом, я бы тоже ему, ну, не попенял бы, а рассказал бы, как мы благовествуем, и почему я не принимаю такое благовестие, как у него. И я бы не назвал это благовестием, но хочет он назвать это распространением, там, ярмарка да, православная, да, пускай. Ну, благовестием, конечно, это он хватанул далеко. Он бы еще обращением ко Христу это назвал, по Слову Божьему. Я сказала ему, как все это проходило, я в точности все рассказала, как там, например, женщина взяла свечи и в то же время у своей подруги спрашивает, купила ли она ей сигарет, развернулась и пошла дальше. В общем, он промолчал. Я думаю, он все-таки понял, что это ни к чему хорошему не приводит, и наоборот, люди не обращаются ко Христу. Можем сказать, что вот у отца очень хорошее толкование он собрал на Откровение Иоанна Богослова. Великолепное. Но пока он собирал, конечно, ясно, что ему не до проповеди было. А в этот момент другие ходили, проповедовали. Но он же не будет теперь с таким багажом знаний там и так далее обращаться к каким-то Сергею Пупкову там или еще кому-то. Ну, это просто смешно для него. Он же уже москиты там православные, писатели и так далее. Поэтому вот он так вот подумал, что так нужно проповедовать. Но я думаю, что это ни к чему не приведет. Никто от этой проповеди не обратится ко Христу. Так же, как от мощей там или от икон кровоточивых там и так далее. Это обращение написано только через Слово Божие. Все. Если желаете еще поговорить с ним, то скажите ему это. Именно, что послание к римлянам, 10 глава. Я ему все сказал, он просто молчал. Он сказал, что мне нечего сказать. Поэтому, я думаю, он все равно понял, что это благовестие. При всем том, он Игнатия Тихоновича называет, Лапкина, называет своим духовным отцом. Это вот мне мама передавала, когда была на занятиях, она по моей просьбе задала ему вопрос. Кем для вас является Игнатий Тихонович Лапкин? И он ответил, что он для него духовный отец. Ну, отсюда, значит, можно с ним беседовать вот так, как беседует Игнатий Тихонович. Если вы знаете, как он говорит о благовестии, то, пожалуйста, можете обратиться и сказать, вот ваш духовный отец Игнатий Тихонович Лапкин считает, что благовестие вот в этом-то заключается, в этом. Да, а да. В чем заключается, вы можете посмотреть у Игнатия Тихоновича. Благовестие, выйдите в наш этот, как называется? Если что, наш сайт, выйдите, там беседы идут. Не беседы, а тематика. И одна из тематик благовестия есть. На форуме, не на форуме, а это именно на сайте. На видеоканале есть. Видите, и посмотрите, и прямо это, ну, коротко там посмотрите что-то, чтобы можно было сказать. Посмотрите много, а коротко себе возьмите и отцу скажите, что вот ваш духовный отец Игнатий Тихонович Лапкин считает, что благовестие вот так-то в том-то заключается. И вот так-то он действует. Можете посмотреть видео какие, как он благовествует, о чем говорит. Это очень много этих видео.
Можно я задам Екатерине? Екатерина, да. Оплачивается десятина. Вы платите? Не вы, а вообще все. Насчет всех, я думаю, что нет. Я знаю, что отец Геннадий, он призывал платить, но я не думаю, что все платят. Вот так же Айхан, так же у вас тоже храм. Тоже, это вот это все идет. Они же ссылаются на что? Нам же жить-то не на что. У нас вот еще почему-то, знаете, вот отец Геннадий, он служит в храме Константина и Елены, и там всегда каждое воскресенье на литургии это... Ну, бабушка стоит с этим ящиком. Ну, с ящиком туда выпускает, и поэтому я сделала вывод, что никто не платит, если стоит. Ну, вот поэтому я и говорю, что он оправдывает себя. Как иначе? А что-то? Тоже так объясняли. А на что мы жили? Ты не согласен? Я райкан говорю. Не сказали, не согласен. Иди ищи другой храм. А мне так и сказали. Вот. Иди в другой храм, где продают воду. Вот так. Вот. Но мне воды не жалко. Так иди. Ну, я пошел, потому что там действительно моих трудов было. Ну, вот немного. Я пошел искать другой. Нет, другой не буду. Я тоже упертая. А, ну, у тебя близко, видишь. А я очень хорошо к этому отношению. От... И я думаю, что он человек-то хороший. И... как бы и тоже пострадал много за православие, его там шпыняли. Но вот какой-то у него поворот такой случился в жизни. Пусть дозреет, он уже дозревает. Как. Ну, он говорит, в планах есть и купель поставить, и лавку убрать эту. Ну, тогда будет он наоборот расширил ее. Это только разговоры одни. Это везде планы. Это в планах у них всегда. Обмануть как можно больше народу. Она вот будет ходить. А план... Нет, у нас построили, все у нас есть, пожалуйста. В районе Екатеринбурга, пожалуйста, милости просим. Полным погружением у батюшки есть. Правда, он даже, ну, если малый срок, и наизусть не знает веры, тот отдыхает. Пожалуйста, еще вопрос. У нас немного времени осталось. Никакого вопросов нет, мне бы хотелось Ольге еще дать слово. Батюшка нам рассказал, чем там дело-то все закончилось насчет сестры Нины. Тебя там еще не выгнали, это в храме молишься ты, или поди уже как сестра? Батюшка только попенял мне, кая вроде того, что святая, с амвона после литургии, что имела дерзновение обратиться к владыке. Вот этим все закончилось. Ну, он же сам гонитель был раньше, он, скорее всего, сделал выводы после того, он же извинялся в храме тогда. Вот, поэтому, думаю, не пойдет он и на такое, что как вот у Нины, сестры Нины. Вот. Ну, а так батюшка-то все рассказал. Конечно, как я была готова, но не к такой лжи. Вот, когда он стал говорить, я думаю, как так, ведь занимает такой высокий пост, владыка все-таки, а такую ложь, законно рукоположенное священие, какие еретики, какой раскол, ну, я, все, это вот как-то выбило из колеи меня, конечно. Вот, ну и что хотелось сказать, что... Мне это побудил Дух Божий, я молилась, знала же заранее, что приедет владыка. Думаю, ну как вот за сестру не спросить. И подошла так к нему, благословите, на улице это дело было, благословите, и сказала, что православная сестра стоит вне храма, не пускают в храм. Правильно и делают, он мне говорит, что якобы она перетягивает туда в Потеряевку. Вот женщин всех, вот тут находящихся там в деревне. И... как еще? Они еретики, они раскольники. Поэтому надо, чтобы она отреклась. И вы сделаете правильный выбор. Вот. Ну, вот я десятину-то дважды уже здесь исповедовалась по состоянию, как папа у меня немощный. Вот. Ну и хотела у отца Александра такая мысль. Вот правильно, неправильно, братья, мне пришла в голову, что
все-таки подойти к отцу Александру, отцовскую-то десятину и отдала, а свою попридержала. Думаю, если он меня будет склонять, как епископ говорит, сделайте выбор, отреки, тоже не стой, Нина Александровна, отречься от Игнатия Тихоновича, тогда я так не буду платить десятину и буду, ну как-то, может, Господь даст мне здесь у нашего отца Иоакима. А если уже не будет настаивать на этом, тогда вот пока еще тут продолжать. Как вот я права в этом или не права? Как вот подскажите, братья? Ну пусть Игнатий Тихонович ответит на этот вопрос. Я думаю, более в этом. Следующий. А то я так отвечу, что мало не покажется. Права. Права, да, Ольга? Не давать ему десятину. Конечно. И сделать выбор в пользу. Он человечно питается. Какие ему деньги? Аминь. Вот это здорово вообще. Я бы, знаешь, что, Оль, даже, я сам готов с твоим отцом посидеть, ты бы съездила на исповедь или куда там, к батюшке, отцу Иоакиму. Не так это далеко. Далеко, поэтому я думаю, любой согласился бы даже. Тут немного добавить надо, Игорь. А? Вот это единственное место в Священном Писании, в Новом Завете, где говорится, что появился человек Диатреф. Но пока неизвестно, какую должность он занимал, нигде больше не говорится. Но он не только нас не принимает, но и принимающих нас изгоняет. Это полностью попадает славгородский епископ, который Всеволод здесь, вот которые так делают. Это диатрефы. Диатрефы, пираты, захватили корабль. А ты делай с кротостью, смирением. А ему какое? Ему ничего нельзя давать, он лютый волк. Аминь. Да. Оля, я вообще считаю, что ты наша, и что, ну, когда вот кто-то из наших, как вот Игнат Тихонович говорит, ходите молиться в храм даже к нам, когда даже батюшки нету. Да, у нас там не до конца там все, но тут же все свои, нет вот этого шатания, и ты можешь действительно затронуть те струны своей души, обращаясь к Господу, которые нужны для моления общего. Ведь моление общее столько много возносит для Господа. И поэтому, когда нету человека, говорят, о, ты раздеваешь Матерь Церковь. Вот очень мне это печально, что у меня такой труд, что вот я в тайге вот это очень долго нахожусь. И поэтому, когда вот кого-то нету, для меня всегда это, думаю, ну почему вот человека же Господь не пускает, вот, чтобы он здесь был. И братья всегда замечают, и сестры, когда мало людей в храме, все начинают переживать. Потом раз, смотрю, опять храм наполнился. Потом помолились в большом количестве вместе, опять Господь начинает как-то рассеивать. То заболели, то куда-то уехали, опять все начинают молиться, Господь опять собирает. Так что будем молиться, и не отрывайся только от истинно верующих, от братьев и сестер. Как Игнатий Тихонович в песнопении это у нас говорит, хоть маленькое, но Христово братство. Помоги Бог тебе и папе. Так я так и считаю вас на первом месте в молитвах поминаю. Спасибо. Я Кима. Не, по месту жительства-то вот в храм ходить или все-таки, когда вот ей предложили-то сделать выбор, сказать, ну тогда я перестану в этот храм посещать. Не, в храм ходить однозначно. Тут разговор идет о десятине, о исповеди и о причащении. Ведь исповеди дальше как бы причащение тянет. Так что, ну, я бы думаю, все вместе можно было. Они выбор-то какой предлагают? То есть либо отречься от духовного отца и стать прихожанкой, так а ты и так прихожанка ихнего храма, зачем вам отречение-то? Либо тогда что? Либо тогда второй-то выбор какой нужно? Нет, я от отца Александра не слышала. Это-то говорит, выбор сделай, что ты вот у них или здесь в храм будешь ходить. Это владыка, да? Да, владыка, да-да-да. Либо туда, либо туда. А и туда нельзя, что ли? Ну, не знаю, нашего я хотела уточнять. Ну, а тогда, если я действительно не буду отдавать, я и уточнять не буду. Вот ну, да, конечно, это все, не надо отдавать. Зачем батюшке? Да-да-да. Я даже вот для мамы своей так делал, она некоторое время привозила с Красноярска десятину, накапливала и отдавала батюшке нашему. И я был очень счастлив и рад этому. А потом вот она стала реже приезжать и начала там отдавать. Так она все время вопросами меня замучивала. А вот этому давать, не давать, там кто? 10 человек сменилось за 3 года. А теперь никому вообще ничего не дает. Вот и все.
Поэтому надо в одно место только давать, я считаю. Вот батюшке давала бы нашему, копила бы, и все. Я говорю, мам, давай, сколько там, я передам здесь батюшке. Деньги возьму от себя, передам ему, сколько там десятины твои. А мы потом рассчитаемся, мы родственники. Но она так не пошла на это уже. А теперь никому не платит вообще. И вот начинаются болезни, туда-сюда, все плохо, все из рук валится. Ну, понятно, повалится. Господь говорит, проверьте меня, проверьте. Перестаньте красть у меня. Пытайте меня десятиной приношениями. Десятиной, всего-навсего. Не зверя благословения, он мне проклятие говорит. А то начни платить десятиной, только и благословение будет. Не только деньги же будут у тебя, благословение. То есть, главное, вера в тебе будет. Ты все будешь понимать. Все будешь знать, и у тебя совесть никогда не будет тебя обличать. Вот главное причем. Это моя также. На 9 мая не была, и она... Ну, я не хожу вообще на 9 мая. Батюшка 10-го спрашивает, а было очень мало народу, 3 человека все пришли. И он, я на вас так разгневался, на всех. И вот подошла я к нему, поминальный этот день. Мужу 4 года было 3 мая, вот блинчик подала. Ты не была на 9 мая? Я говорю, батюшка, так я же не хожу вообще на 9 мая. Кто меч возьмет от меча и погибнет, как ходить? А он не обнялся, да, да. И о Сталине стал говорить, где-то он там смотрел по телевизору, что у него там и хорошее есть. Ну, как обычно, вот оправдание ищут. Вот что. А что у него хорошего? Суперклозеты ставил, что ли, в ГУЛАГе, там где-то он Сталин людям? Нет, ничего, говорит, что хорошего. Говорит, вот эвакуацию быстро заводы на Урал перебросил. Какой там. Молодец он. Угу. Да. Вот это вот. Мужичка, это. 10 миллионов только на Колыме было заморожено людей. Да. Кошмар, и могут туда. Душа-то, конечно, не лежит у меня. Здесь отдавать у меня и не лежала душа, но тут пришлось мне дважды. И я вот с Нового года за 4 месяца ему была вынуждена отдать. А потом, когда вот так случилось тут с ладыкой, у меня тут вообще душа не лежит тут отдавать. Я отцову отдала, а свою попридержала. Думаю, лучше спрошу, наверное, у вас все-таки, как от меня поступить. Так что вот так. Ну вот у тебя совесть, видишь, на нужном месте. Сердце правильно подсказывает. Есть еще вопросы? У кого-нибудь? Ну, время уже подошло к концу. Давайте помолимся, поблагодарим Бога. Спасибо, Христос. Ангел вопияше благодать нечистая, Дева, радуйся, и покинику радуйся, Твой Сын, Господи, Сын, гроба. И мертвые воздвигнувы, люди веселитесь, светися, светися, молодые люди, слава Богу Господня, а тебе Россия, ты буйный не веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего. Давай, Тихонич, помолитесь. Отец наш Небесный, любящий Создатель, мы просим Тебя во имя Господа Бога нашего Иисуса Христа, услыши наши молитвы и прими их, и исполни, даруй духовное рождение патриархам, епископам, священникам, пастве. Помоги отречься от самих себя, с благодарением нести крест, дарованный Тобой, и следовать евангельским путем, не слушая человеческие предрассудки. Распусти нас с миром. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Христос. Спаси Христос всех. Воистину. Помолитесь, пожалуйста, я в путешествии буду сейчас. Помоги некоторое Христос. Время. Спасибо. Комаров кормить. Христос воскресе. Воистину. Воистину воскресе. Все, с Богом. Спаси Христос. Слава Христу.